Ребят, в этом году, кстати, приветствую вас в новом уже году. По всей видимости, сообщение президента, как бывает, да, поздравление президента, видимо, только на каких-то основных каналах, потому что мы сидим такие, щелкаем, но почему-то нигде ничего нет. Как бы типа, чё? Мы не поняли, как такое может быть. Ни на одном канале не было сообщения, из тех, что мы смотрели, но основные каналы мне не попадались. Возможно, на основном канале и было поздравление, но вот такие дела. Так что сейчас ждем Рому, он что-то куда-то отошел. Мы уже, конечно, Рома уже даже открыл шампанское, разлил по бокалам. Очень красиво все это выглядит. Вот, сейчас смотрю записки юного доктора, кажется, так называется. В принципе, ничего такого новогоднего тоже по телевидению я не наблюдаю. Хочу отметить. Вот, новогоднее обращение нашла, смотрите. СТС Лав, между прочим. Бери. С бубляцким Новым годом! Все, с Новым годом всех! Обожаю пузырьки шампанского. Да. Всех поздравляем, желаем вам счастья. Так, мне что-то прилипли. С Новым годом 2018. Как сказал один молодой человек, 8 это перевернутая восьмерка. На СТС Лав после поздравления президента, получается, зима в Простоквашино сразу началась, так неожиданно. Вот чего-чего ждала я, только не этого, пожалуйста. Абрау Дюрсо называется. Кислое шампанское, как брют. Такое. В принципе, оно приятное, но я не скажу, что прям шедевр, как говорила Ома. Не такой уж и шедевр. Вот так вот. Желаем вам всего самого замечательного, самого прекрасного. Пусть все ваши мечты сбываются. Спасибо вам за поздравления. Очень приятно их читать. За эти красивые слова, за эти приятные слова от души. Это сразу чувствуется. Вот, соответственно, мы вам то же самое. Желаем всего самого замечательного, всего самого прекрасного. И да, опять же скажу, пусть сбываются все ваши мечты, желания. И пусть этот год будет воистину успешным. Ура! Такой салют. Вообще, сейчас только прям ту-ду-ту-ду-ту-ду. Аж жутко немного. Мне кажется, такого прям сильного взрыва раньше не было. Хотя, может, кажется. И вот этот мультик. Тут елочка наша замечательная. Прекрасная. Да, красотулечка. Мы с Ромой вдвоем сегодня. Потому что Дима, он решил в этом году отмечать не у нас дома, а в гостях. И это его решение, он уже подросток и вправе выбирать, где он бы хотел справить именно этот Новый год. Ну, как бы, да, так скажем. Но не этот вообще, в принципе, он любой, да, имеет право выбирать. Но имеется в виду, что в этом году он решил так, и я не стала сопротивляться, потому что, ну, если ему что-то хочется, да, определенного, почему бы нет? Так что мы так по-стариковски вдвоем и, ладно, у нас не очень большой стол. И вообще, я имею в виду, не очень много мы прям тут наготавливали, ну, понятно, на двоих, зачем нам очень много. Но, как я и обещала, вам покажу, что же у нас сегодня на нашем праздничном столе новогоднем находится. Ну, мы сейчас позвоним Диме, поздравим его обязательно. Рома тут пока подносит оставшиеся, что мы еще не принесли на стол, и тогда уже можно будет показывать. Так, я надеюсь. Алло. Привет, Димон! Как дела? Нормально. С Новым годом тебя, зайка! С Новым годом. И всех остальных тоже поздравь с Новым годом. Вас с Новым годом. Поздравь мою курсу. Спасибо. Всех тоже с Новым годом. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Отличного праздника. Спасибо. Все, люблю. Я тебя тоже. Поздравления от папы. С Новым годом, Пупсик. Да, с Новым годом. Чего там делаете? Отмечаете? Да? Ого, классно. Класс. Здорово. Ну давай, желаем тебе веселья и хороших подарков. Давай. Давай. Зайчонок, пока-пока. Что можно посмотреть в 00:20 минут, да? То есть вот наступил Новый год. Ну, конечно, кот-парад, да? Кот-парад. Это очень тематически, да, очень так по-новогоднему. Так, смотрим. Рапунцель, да? Угу. Танцы. Ну ладно, елка, камень, клап. Ну куда?
куда-нибудь сгодится. Концерт песни под елочку. Тоже интересно. Большая перемена. Ну, вообще не в тему, по-моему. Супер дискотека 90-х. Лучшие песни нашего. Ну, это какие-то музыкальные каналы, наверное. Концерт Стаса Михайлова. Премьера, Новый год. Там телеканал Спас. Музыкальный марафон. Ну, блин, Новый год. Новогодний бал. Да, окей. С Новым годом. О! Конечно же, также можно вот Машу посмотреть. Мы же ее каждый день-то не видим, да? Это же вообще что-то такое особенное, что надо показывать исключительно в Новый год. Правда? Так, что у нас тут? Ой, Димон потом ругаться будет, потому что у него там настройка каналов, а я ему все их сбиваю. Ну ладно. Будет потом заново настраиваться. Эх, даже «Иронии судьбы» нет по всем каналам. «Война и мир». «Война и мир». Ну да, «Война и мир» — это вообще так тематически до Нового года. Ребят, я просто в шоке, на самом деле, вот по поводу того, что сейчас показывают. По-моему, в большинстве своем даже телевидение не продумывало что-то ставить в это время. Я помню, что в позапрошлом году мы ради прикола сидели, смотрели, как поезд ехал, помнишь? В реальном времени ехала электричка, и это записывали. Шоу красоты. Игра со вкусом. Все финалы высшей лиги. Да, ну КВН еще прикольно. Правила нет, ничего, что-то там. Жаркий лед, интерактивный канал. Че, реально я могу здесь что-то нажать и сейчас... Мне кажется, ли это... Это интерактивный канал. Очень непонятно, на самом деле. Блиндер, Новый год с акцентом. Ну, в общем, вот такое у нас, вот такая у нас программа, прям после 12 практически. На самом деле, тут что-то услышать довольно сложно, ибо очень грохочет за окнами. Просто некуда деваться. Короче, все, смотреть нечего. Сейчас мы будем... Вот хоть бы какой-то советский фильм показали, не знаю, вот может у молодого поколения, конечно, такого уже нету, но мне, да, вот у нашего поколения, наверное, еще возникает желание посмотреть какой-то там советский фильм, но ни хрена нету вообще. Я не знаю, я в обиде на программу телевидения, почему ничего нет? О-о-о, ну это вообще крутяк. Вот это я понимаю. Пиздинки скучно как-то. Согласна, да. Вы знаете, вот смысл этого праздника в большей степени в детях. Ну, то есть это дети ждут какого-то чуда, какой-то радости, да, там, развлечения. Ну что ты, не расстраивайся так сильно. Прям вообще бедняжечка. Расстроился. Не расстраивайся. Грустнул, что Димы нету с нами еще в этот праздник сейчас рядышком. Мальчик растет. Что поделать? На самом деле, без ребенка праздник нифига не праздник, мы вам серьезно говорим. То есть это что-то не то, да? Абсолютно, да? Ну что, пап, нож совсем запрещен. Да. Итак, показываем вам наш стол. В общем, это алая роза, как и в прошлом году, без роз алых. Ну, то есть мы не украшали. Точно так же Рафаэлку я поставила, так это помадка. Не в тему. Так, Рафаэлка, да, вот такая коробочка у нас на сладко. В этом году впервые приготовила вот такой вот салат. Называется он грибочек. Вот очень такая интересная форма, грибочка, да. Ну и так по составляющей тоже, он, кстати, слоеный, по составляющей тоже кажется очень вкусным. Думаю, нам понравится. Оливье, это Рома сам готовил. Кстати, и вот алую розу тоже Рома сам готовил в этом году, а это готовила я. Также я делала рулетики вот эти вот. Обожаю рулетики. Для меня это, ну, наверное, действительно праздничное такое блюдо. А также вот у нас бутербродики с икрой. Конечно же, куда без них. Ну и вот тут вот все, что осталось от мандаринок. Много мы не брали. Это ну, такой. Ну, конечно. Вот такой вот у нас небольшой, но очень уютный и приятный стол, куда нам больше. А, ну что, даже еще у нас, по-моему, есть, да, Ром? Что мы еще планируем? Ну, может быть, да, еще. У нас еще мясо осталось. Мясо, да, то есть на горячее. Мы шашлыки хотели. Мы хотели шашлыки, но, к сожалению, да, вплоть до 12 я себя прямо ощущала на температуру. У меня была температура. Вот так вот, представляете. Но сейчас уже нет ощущения температуры. Не знаю, есть она мне или нет, уже неизвестно. Замерять не буду после шампанского, которое мы, кстати, так допить никак не можем, да? Что-то как-то вот не пьется алкоголь. Ну, такие, ребята, дела.
Вот такой вот стол. Обещала, показала. Попробовала сейчас грибочек. И Рома тоже пробует. Ну, у меня, к сожалению, комбинация грибочек немножко развалилась. Но у меня нет. И очень вкусный салат, как я, в принципе, предполагала. Судя по ингредиентам. Мы решили посмотреть фильм по семейным обстоятельствам. Это советский фильм. Вам очень-очень его рекомендую. Ну, лично мне нравится. Интересный, добрый такой. Вот так вот. Ням-ням.